Городская выставка традиционных ремесел «Тагильская мастерица» официально открыта. Более 200 мастеров представили свои творческие работы в различных техниках. Роспись по металлу, стеклу и дереву, вышивка, плетение, вязание, обработка бересты и кожи. Так как в этом году у нас наша ежегодная выставка проводится в необычном для нас формате, география участников выставки, она, конечно же, расширилась, потому что интернет нам дает большие возможности для продвижения своих творческих идей и работ. Участвуют мастера из Свердловской и Курганской областей, Карелии, Новосибирской и даже Казахстана. Расширились и возрастные рамки участников. В предыдущие годы детские работы не выставляли. Самый молодой участник – это мальчик, подопечный Петра Владимировича Двойникова, ученику 14 лет, воспитаннику. И самый старший участник – это у нас мастер Софья Григорьевна Ульмясова, которой 85 лет. Свою персональную выставку традиционной лаковой росписи по металлу на Тагильской мастерице устроила Эльвира Ершова. В этой выставке собраны работы разных жанров. Это и цветочная роспись, то есть это классика, совсем современная классика, это рябина. Но еще более традиционная, еще более самое, с чего начиналась тагильская роспись, это сюжетная роспись. За 2,5 века тагильский подносный промысел менялся и становился современнее. Эльвира Ершова даже гордится, что женщины по праву заняли места среди ведущих мастеров. Хотя было время, были одни мужчины. Женщинам не доверяли кисти, они пальцем дома рисовали. Екатерина Адушева первые шаги в технике джутовой филиграни сделала еще в 2016 году. Училась по мастер-классам других мастеров. Теперь и сама проводит видеоуроки на своем канале в Ютубе. А для зрителей тагильской мастерицы приготовила отдельную программу. На мастер-классе мы будем создавать елочные игрушки из джута. Они будут объемные, легкие, что позволит это не только взрослому, но и детям спокойно создавать, фантазировать. Для всех зрителей тагильской мастерицы доступны 3 мастер-класса – лаковая роспись, обработка бересты и плетение из джута. Онлайн-занятия и полную экспозицию выставки можно посмотреть на сайте досугового центра «Урал».